Я не могу не представить возродившуюся из пепла, восставшую из ада, самую страшную, самую ужасную, самую монстроидальную группу Кременчука. Давай, щоб він приїхав додому мене. Пригани. Ну то ж, він же ж приїхав. Говорю, зря. Та не просто ізмена. Треба поїхати. Так, Саня, завтра утром. Сьогодні гуляємо, завтра утром їдемо в Комсомоль. Страшний, говорю, ужасний, ищадник ада. Он пробив 5 лет в изгнании. Он был в Москве, он мучился, он страдал, он скучал, он звонил, он просил. И приехал. И звонит мне, говорит, Монза, надо провести сейшн. И сбросил я с себя вот это все будничное. И пришел сюда и посмотрел, а измена-то уже не та, она стала лучше. Гараж вернулся с Москвы, крутой, матерый, металлист, все. Но, тем не менее, несмотря на то, что гараж, у нас еще появился интересное изменение в составе. У нас появился мощный звук. У нас появились люди, которые возродят, я надеюсь, эту группу с новой силой, вольют в нее силы. Итак, я тоже каждого человека буду представлять лично. На гитаре у нас страшный ужасный, кто помнит такую группу Щекрай из город Комсомольск. У нас будет на гитаре Конфуз, выйди, покажись людям, зараза! Матерый металлист Комсомольска, который не сдается, который продолжает лупить рок-н-ролл. Так, на гитаре у нас. Ну, на гитаре у нас хоть и старый человек, но тоже известный гражданин апостол. Помаши ручкам людям, ты где? Вон он вернулся! Друже, возвращение. Ну, это отдельно. Апостол, ура! Отдельный человек, который сидит за этим станком. Мой старый друг, с которым я горжусь, что я дружусь. Это шикарнейший барабанщик, если вы знаете группу Пинс, она здесь выступала. Дрот, Андрюха! Человек-машина, барабанщик-эскалатор. И все эти будут в измене сегодня здесь, поэтому подтягивайтесь. Это новая измена. Это наша лучшая кременчугская группа на данный момент. Встречаем, аплодируем, подтягиваемся. Измена! Рок-н-ролл в Кременчуге жив! Ура, товарищи! Андрюха!
хотел вообще такого поездка, как всегда привезло всех, кто собрался в этом зале. Мониторы, то есть на вокале, то есть реально на сцене. Добавить! Как бы так без мата, ни хрена себя не слышу, нахуй. Серега, добавить! Добавить. Знаешь, я тему, короче, по идее, то есть до самого 2006 года. Да, давай кричать, ты пиздёшь. О, а. Брат, у нас 15.
Я думаю, кстати, я думаю, здесь из всех присутствующих, то есть ходили, так сказать, то есть как бы летом на природу в лес, правильно? Что, знаете, вот здесь все присутствуют, что только, блин, буквально 5 человек ходило в своей жизни в лес. Не, ну лес, то есть, ну у нас как, то есть, обычно происходит, то есть, лес, шашлыки, блин, то есть, ну, все нормально, то есть, все в таске, палатки, блин, т.д. и т.п., правильно, да? Вот, есть, дело в том, что там есть такая небольшая опасность, как бы, так сказать, в лесу. Вот, это лесничие. Не любили программы, не в лесу. Не, лесничие страшнее медведей. Включай, блин, программу, блин. Девочка там бывает на утро. Приходит, спускается. Вот, так вот, не буду сильно тянуть время. Вот, лесничие, но с лесничими можно договориться, как бы, то есть, то, хули там подошел человек, короче, там, ну, выставились, короче, все нормально. Вот, но самые страшные лесничие, то есть, это лесничие женского пола. Вот, лесное хозяйство, да-да-да, лесхоз. Кстати, а там... Давай, да, Анки там нету, да? Есть! Не вижу упорника. А, есть. А, вы видите. Я тебя тоже, блядь, да ты что? Блин, Батёка, я просто ты, блин, как ты могла? Дай осушиться, кстати. Да. Он так взял и наехал, да, прям со... Так вот, это самое, лесничие женского хозяйства не могут долго тянуть кота за яйца, так сказать. Дави, мочи, руби, гаси! Вот, давай, хуя! Like it's 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 like it
понял, что многие сталкивались с лестнищами женского пола. Но следующей теме я хотел бы посвятить, так сказать. Ладно, немного лишнее, скажу вкратце. Но нахер. Своей бывшей любимой девушке. Нахер. Предательство. Нефиг предавать, в общем-то. Давай, как же смочи. Вообще на сцене должно быть пятеро. Вот такая, блин, засада. Вот, он, блин, не дать соврать, блин, участники команды. Леха мне пишет, фюрер. Гаражик, извини, блин, на сцене не буду, повестка пришла. В понедельник с утра тю-тю на войну. Вот. Я не знаю, смеяться или плакать, но, естественно, то есть, как бы, то есть, будем как-то по... спокойней. Самое главное, чтобы он вернулся, то есть живее всех живых. Давай, труби! Главное, чтобы выжил. За тех, кто там сейчас воюет, хер знает против кого. Против властей, блин, русских, блин, чеченцев, татаров, блин, я не знаю, украинцев. Самое главное, чтобы живыми вернулись те, кто там воюет. Поехали! Давай, давай, заводи патефон! Давай! Yeah.
Спасибо. Блин, у нас там столик есть. Блин, я протупил перед выходом на сцену водички взять, блин. Может кто-то ломануться туда и взять водички, блин. Слушай, здесь. Не надо, да иди сюда, куда ты скрываешь? Алло, Серега, завтра на офис, понял? Куда ты? Алло, завтра на офис, если вам не болит. Она пиво того, ничего, я понимаю. Завтра на офис, негайно, завтра на офис. А, где ты? Подожди, а что там у нас дальше? Подожди, секунду. Есть такой человек в городе, как Леший. Где этот молопас нахрен? Давай, Влад, что там шифруется, меня стробоскоп бомбит нахрен, блин, или этот фонарик нахрен. Вот, я думаю, всеми любимая мужского пола тема, так сказать. Объявлять не буду, дрот. Но Андрюха у нас, ну, не знаю, да, они участвовали, кстати. Да, человек участвовал в ребенке, что измена. Вот, сделали на нас ковер. Давай, Андрюха, вообще. Давай, чуть-чуть. Доброе утро, да? Прощайся, тебе, что звонит с утра. Спасибо. Ой, да, да, вообще.
вот, немного это. Кого в феврале месяце день рождения, хотелось бы узнать? У кого в феврале день рождения, ёпана сэте? Все, Машу. А? Сейчас, давай. Давай, хабибёсы, гора! Там все нормал кондишн! Мы меньше, мы получимся. Ну что ж, это самое, то есть я думаю, всем парням посвящается тема с альбома 2014 года. Про то, что пилит обратно же возвращаемся к лесному хозяйству. Веселенькая песенка про бензопилу, в общем-то. Всем нашим любимым девушкам посвящается, конечно же, естественно. Я вас очень люблю. Come on!
И последняя песенка, буквально 2 минуты, коротенькая. Буквально. Что еще можешь сказать, группа «Измена»? Сука! Давай, Карпов, мочи. Куда я попался? Башню сносит. Приходит шалава. Тут околят уколы. А меня достает. И я разговоры. Разговоры, разговоры. Разговоры, разговоры. Молчи, Бога, молчи. Пока. Иначе молчи. Если посмотри. Наша группа. Это наши старые друзья. За что я любил всегда горожаток, это за искренность. За искренность. За приверженность идеалам рок-н-ролла. Давили с босс. Поаплодируем, кто еще может, группе «Измена»!